на доске показаны все перестановки. Вот, например, здесь. На четырех элементах, в которых нет возрастающей под последовательности длины 3. То есть, вот смотрите, вот здесь вот у нас 5 элементов, и числа 1, 2, 3 как раз зачеркнуты. Так вот, сейчас мы с вами сделаем следующую замечательную работу. Запрещена подпоследовательность вида 1, 3, 2. Ну, строго говоря так. Запрещено, чтобы после вычеркивания всех чисел, кроме трех, образовались бы такие три числа, что b больше, чем c, а c больше, чем a. Требуется узнать, сколько таких последовательностей существует на свете. Поскольку именно с вашим кружком я ни разу такие вещи не делал, то есть с малышами мы, с предыдущим кружком, мы на самом деле занимаемся этим уже очень-очень-очень давно, и поэтому с ними я сегодня это легко сделал. А вот с вами такие комбинаторные задачи мы не решаем. Так вот, давайте мы сейчас сделаем так. Вы постарайтесь, пожалуйста, запомнить, как выглядело это дерево. Запомнили? Запомнили. Я его сейчас сотру, подробно объясню условия вот этой задачи, и после этого мы опять нарисуем такое дерево, только уже не для задачи, которая была у них, а для задачи, которая у нас. Все понятно? Запомнили, как дерево выглядело? Да. А выглядело оно так. Развилка на 2, здесь на 2, а здесь на 3. Дальше. Здесь на 2, здесь на 3, на 2, на 3, на 4. Ну и так далее. Задача. Сколько существует перестановок на n элементах, которые при вычеркивании всех элементов, кроме 3, не могут нам дать последовательность, в которой среднее число больше, чем два других, а левое число, самое левое число, меньше, чем самое правое. Ну, то есть, условно говоря, запрещена последовательность 1, 3, 2. Поехали. Я сейчас выписываю все перестановки на одном элементе, все перестановки на двух элементах. Я сейчас выписываю все перестановки на трех элементах. Обратите внимание, выписываю я их в порядке возрастания. То есть здесь вот у меня 3, 1, 2, здесь у меня 3, 2, 1. Видите, да? И я зачеркиваю здесь только одну последовательность. 1, 3, 2. Потому что когда у меня три числа, то, чтобы осталось три числа, надо просто ничего не выбрасывать, да? И 1, 3, 2 запрещена. А вот дальше, господа, выписываются всевозможные перестановки на четырех элементах. Ой, нет, почему 1, 2? Извините. 2, 1, 2. Перестановки на четырех элементах. 3, 1, 2, 4. И, наконец, 4, 1, 2, 3. Так, я быстро пишу. Огромная просьба вам не полениться и в тетради точно так же это все написать. После чего у нас будет следующая история. 1, 4, 2, 3 и 1, 4, 3, 2. Я должен вычеркнуть. Давайте соображаем, какие числа. Вот здесь вот 1, 3, 2. Разумеется, я вычеркиваю. 1, 4, 3. Вычеркиваю. Чтобы было ясно, за что я это вычеркиваю,
давайте я снизу буду соответствующие тройку чисел подчеркивать. То есть 1, 3, 2 подчеркну. Здесь 1, 4, 3. Здесь 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Замечательно. Значит, вот это вот перечеркивается. Так, 1, 4, 3, кстати, тоже плохая. Это тоже последовательность неправильная. Сколько у меня осталось в этом столбце? А, неправда? 1, 4, 3, 2, это же неправильно. Ну, кстати, 1, 4, 3 тоже неправильно. Все, в этом столбце хороших последовательностей осталась только одна. 1, 2, 4, 3. Согласны? Да. Замечательно. Быстро пишем везде все перестановки. И после этого отсчитываем общее количество. Обрабатываем здесь. Значит, 1, 3, 2 – это запрещенная последовательность. Вот вам, пожалуйста. 1, 4, 2. Число самое большое и поменьше. Здесь что-нибудь у нас... Нет. Так, здесь есть что-нибудь? Так, вроде нет. Так, вот. Число самое большое и поменьше. Здесь нет. Так, вот. Число самое большое и поменьше. Число самое большое и поменьше. 2, 4, 3. Так, и 2 тоже 4, 3. Так, а сколько здесь у нас осталось? 2, да? Что-что? 2, 4, 1. 2, 4, нет. А 2, 4, 3? 2, 4, 1. На одну выше. 2, 4, 1. Это? 2, 4, 1. Ой-ой-ой, справа, слушайте, а интересно, что ж ты, что ж я... Спасибо вам, что меня поправили. Это я на нее зря. Это я зря на нее напал. Так, 2, 3, 4, 1. Давайте я ее заново напишу. 2, 3, 4, 1. Получается, что она хорошая, что ли? Как интересно. Так что, получается, что в этом столбце три хорошие? Да. Ну, хорошо. Три, так три. Нет, я только за. Чем больше хороших, тем лучше. Плохая последовательность, она 1, 3, 2. И я ее, собственно говоря, зачеркиваю. Здесь плохая 1, 4, 2. Я ее зачеркиваю. Пожалуйста, посмотрите на остальные и скажите, это, что называется, они хорошие, они плохие. Есть где-нибудь, подсчитываем, сколько, 5 или нет, здесь у нас получилось 5, здесь сколько? 3. И, наконец, здесь 1. Чему равна сумма чисел 1, 3, 5, 5? 4. Господа, это интересно. Получается число 14, при том, что вот здесь вот у нас было 5 чисел, а здесь было 2 числа, а здесь 1 число. Кстати, если у нас ничего нет, если нет чисел, которые переставлять, то понятно, что там вариант будет тоже 1, да, для нуля. Просто там перестановки уже нарисовать невозможно, потому что их нет. Но то, чего нет, оно единственное на свете, да. Пустое, пустое множество, оно пустой набор, он единственный. Значит, получается последовательность. 1, давайте ее пишем. 1, 1, 2, 5, 14. Господа, наверное, кто-то из вас эту последовательность уже когда-то встречал. Как она называется? Нет.
Фибоначчи совсем другое. Фибоначчи это 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Когда каждое число это сумма двух предыдущих, да? Каталана. Совершенно верно. Был такой бельгийско-французский математик в 19 веке. А на самом деле до него был Леонард Эйлер. И их трудами эта последовательность возникла, ну а потом она изучалась. Та задача, которую я вам сегодня рассказываю, между прочим, ни Эйлеру, ни Каталану не была известна. Эту задачу придумал замечательный американский математик и программист Дональд Кнут. Сейчас живой замечательный математик Дональд Кнут. Чтобы вам стало как-то по-человечески ближе, господа, он в детстве занимался музыкой, как, наверное, многие из вас, и ему понравилось органное звучание. Соответственно, этот человек взял и своими руками у себя дома сделал орган. Вы представляете, да, что такое орган? Это много-много труб, да, значит, эти там клавиши и так далее. Вот просто так, что называется, ради удовольствия, для того, чтобы самому поиграть. Вот попытайтесь сделать орган. А вот он сделал. Это человек абсолютно разносторонний, очень веселый. Например, он создал систему для компьютерной верстки, которая называется «Тех». Огромное количество книжек, математических статей, не только математических, самых разных статей в ней публикуется. Она замечательна тем, что он ее сделал бесплатно. То есть, вы знаете, такая вечная проблема. Шрифты стоят денег. Как же так? Ваш набор сделан там в шрифтах, которые не оплачены. Значит, ваша книга вообще не... и так далее. Для того, чтобы вот этих причитаний было поменьше, Дональд Кнут создал компьютерную программу, которая делает любые шрифты, просто там запишешь параметры, она это тебе делает. И для нормальных потребностей всегда этого хватает. Объявил, что она всегда будет бесплатной, она у него умеет тексты форматировать, причем совершенно замечательным образом. Она умеет, повторяю, шрифты генерить и так далее. Объявил, что все это всегда будет бесплатно, назвал это система тех, и в какой-то момент эту систему приспосабливали к русскому языку. Понятно, что все-таки, конечно, латинские буквы он сделал, но дальше уже каждый язык должен... Кстати, русский язык он на всякий случай выучил. Это тоже вопрос о том, что это за человек, да? Русский язык он выучил. Так вот, и он приехал к нам. Это было уже много лет назад, тогда еще был Советский Союз. Вот, он приехал к нам, посмотрел на то, как мы здесь живем, вот, порассказывал о том, как эту систему тех надо куда приспосабливать, и сказал, что в его системе все буквы, они либо стоят ровно, либо немножко наклонены. Ну, знаете, да, такое понятие? Чуть-чуть наклонить. Как это? Курсив. Курсив. То есть, вот, ну, можно написать ровно, да, ровно букву А, а можно ее же сильно наклонить, тогда будет ощущение выделенного текста. Замечательно. И он на своей лекции объяснил, что, наверное, в Советском Союзе, поскольку там у власти коммунисты, люди левых взглядов, наверное, надо писать курсив с наклоном не сюда, а сюда. И его компьютерная программа легко позволяет, там просто надо в одном месте написать там не плюс наклон, а минус наклон, понимаете, да? Легко позволяет это сделать. Соответственно, господа, если у нас там в очередной раз что-нибудь такое поменяется в стране, то Кнут всегда нам придет на помощь и позволит вам, там, я не знаю, выйдет новое распоряжение Думы писать вверх ногами. Пожалуйста, несколько параметров поменять, и все буквы у нас пошли там вверх ногами и так далее. То есть Кнут к нашей Госдуме приспособлен абсолютно идеально. Вот. Но сейчас разговор не о том. Сейчас разговор не о каких-нибудь странностях, а о математике. Значит, господа, кто знает следующее число Каталана?
42. А кто знает еще следующее? 132. А еще? Фантастика. 429. Ну, дальше я уже не буду спрашивать. Если честно, я и сам даже немножко не помню. Но дело не в том, а в том, что мы с вами сейчас должны сообразить, почему, если возьмешь перестановки на 5 элементах, то их будет 42 штуки. Вот интересный вопрос, как это делать? Если честно, я бы хотел, чтобы они все были вывезены. Кто-нибудь может придумать способ? Только, понимаете, надеяться на то, что я вам сейчас выпишу все 120 перестановок, не стоит. Я человек трудолюбивый, в принципе, я это мог бы сделать, но не буду. Я надеюсь, что мы обойдемся как-то более скромными средствами. Значит, повторяю. Требуется придумать способ выписывания тетради. Откройте, пожалуйста, вы не в цирке. Еще раз, придумает кто-то один, это совершенно верно. Но для того, чтобы занятие имело смысл, надо, чтобы думали все. Я понимаю, что кто-то из вас там самый быстрый. Не бывает, что сидит 50 человек и все одновременно придумали. Но, понимаете, толк для вас будет только в одном случае, если вы пытаетесь быть этим самым первым. Понятно, что шансов у вас никаких. Потому что здесь народ больше 50 человек, понятно, что там, да, что у большинства шансов победить нет. Но у нас нет такой задачи победить обязательно. Обязательно оказаться этим первым. А вот задача понять, о чем идет речь, у нас есть. Пожалуйста, шансы у всех сейчас одинаковые. Придумать разумный способ выписать, и я хочу, чтобы это реально было выписано. Все перестановки на 5 элементах, в которых нет подпоследовательности вида 1, 3, 2. То есть подпоследовательности из 3 элементов, где в центре самый большой, слева самый маленький. Ребят, подсказка. Надо думать, куда к этим числам, вот я их здесь вам специально обвел, правда здесь поленился, но ничего страшного, сейчас обведу. Куда к этим числам можно приписать пятерку? Если вы подумаете, то вы сразу все поймете. Посмотрите внимательно. Куда можно, а куда нельзя приписать пятерку? Вот вам синий мел. Скажите, пожалуйста, пятерку написать на самую-самую левую позицию можно или нет? Можно. Очевидно, можно, потому что она просто ни на что там не может повлиять. Значит, я уже придумал огромное количество таких чисел. Сколько штук, кстати? 14. Вот я сюда вписываю пятерку. Что, вы уже все сделали? Нет, мне кажется, что нельзя пятерку писать. Нет, нет, нет. Где нельзя, ну где нельзя. Будьте добры, во все места, куда можно, впишите. А после этого выйдите и на доске это нам покажите. Повторяю. Во все места, куда можно. А, кстати, куда еще, очевидно, можно? В конец. В конец тоже, безусловно, можно. И таких пятерок сколько? 14. Тоже 14. Господа, заметьте, мы уже 28 чисел получили совершенно запросто. А еще плюс 14, которые уже собираются. Получается, мы все делали. Нет, совсем еще не все сделали. Ну вот 14 как раз от 1 до 4, которые мы уже делали до этого. Нет, не понял. У нас все числа должны быть пятизначными. Сейчас вы должны пятерку еще куда-то вписывать. А вы в первом столбике не вписали пятерку? Не вписал в первом столбике. Спасибо, что напомнили. Конечно, я это должен сделать. Ну все, значит 14 плюс 14 у меня уже вписано. Это замечательно. Ищите место, куда можно вписать пятерку.
Мне кажется, что пятерку в остальных случаях можно писать и там, где числа, ну, два, две цифры рядом убывают. Рядом? Не только рядом. Там, смотрите, когда вписываешь, важно, чтобы и слева что-то было, и справа. Вот как это сформулировать? Да. А, после первого везде можно? Нет. То есть вписать сюда пятерку по-вашему можно? Нет. Нет, конечно. Потому что получится запрещенная последовательность 1, 5, 2. Нет, ребята, сделайте. Нет, вы вписали? Сделайте это реально в тетрадь. А все места, куда можно вписать пятерку, пожалуйста, ее действительно впишите. И еще быстрее. Везде, где можно. Давайте поймем, где можно. Можно там, что все числа справа от пятерки должны быть что? Должны быть меньше, чем все числа слева. Так, сделали? Вперед. И, пожалуйста, везде. А наше с вами дело подсчитать количество синих пятерок, которые она напишет, и все их проверить. Должно быть 14 штук. Нет, я не понимаю, что вписывайте нормально, так же, как я. У вас такие же права по пятеркам. Да, нормально, пишите пятерку синюю. Так, раз. Стоп, неверно, нельзя. Сюда как раз нельзя. Потому что у вас возникнет последовательность. Смотрите, 2, 5, 4. Сюда нельзя. И первое тоже нельзя, 2, 5, 4. Ой, как ужасно. 2, 5, 4, все, садитесь. Две ошибки тоже слишком много. Сделайте. Еще раз, мы ни перед кем никому ничего не должны. В этом смысле у малого прихвата есть великое преимущество. Нет здесь никакого плана по тему. Пожалуйста. Итак, рисовываем пятерки. У вас тетрадь есть? Да. Давайте с тетради переписывайте. Вы опять нормально напишите, у вас там закончилось снизу. Красивую пятерку делайте. Итак, все числа, расположенные слева, должны быть больше, чем все числа справа. Опа! Да. Что? Так, а я не успел проследить, их было 14 или нет? А здесь их вообще нет? В первом углу, да? Тут еще одна есть. Где? Там. Вот последний. Называйте номер столбца или. Вот здесь. Да. Так, а еще где-нибудь? Я 4 там. Еще там это где? Не слышу. Так, ну что, господа, давайте считать. Значит, надо считать все внутренние пятерки. Здесь ничего нет. Здесь одна. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая. Последний столбик, второй пример. Так, заново. Раз, два, три. Да. Четыре, пять. Да. Шесть, семь. Восемь. Да. Девять. Да. Десять, одиннадцать. Да. Двенадцать. Да. Тринадцать. Да. 14, спасибо. Спасибо. Да, что? А разве нельзя вставить пятерку в третьей столбике между тройкой и двойкой? Вот здесь? Ну, например, да. Смотрите, 3, 5, 4. Так, нельзя. Ну, что я могу теперь вам сказать?
ребят, вообще пока ситуация выглядит достаточно загадочно. Потому что, смотрите, здесь она нам вписывала пятерки и с этой стороны, и с этой. Здесь пятерки вписывала только с одной стороны. Здесь вообще везде. Здесь только с одной стороны. Здесь вообще в центр вписала пятерка. Это, народ, это вещь какая-то абсолютно непонятная. Ясно, что с пятерками что-то не так. Для того, чтобы получить решение задачи, совершенно очевидно, что надо как-то, ну, в общем, господа, мне это интересно в общем случае. А если общий случай, то совершенно ясно, что нужна какая-то действительно общая идея. Пока что я ее не слышу. Да. Можно что-то записывать так, чтобы все эти слова были каждый слово правого, вообще каждый слева. Ну, замечательно, но как это сформулировать по-человечески? Не понимаю, да? Не то. Хорошо. Я на самом деле знаю, как вас натолкнуть на правильную мысль, но для того, чтобы это хорошо получилось, давайте-ка мы сделаем следующее. Вы мне сейчас продиктуете все вот эти вот числа в следующей манере. Смотрите, не по порядку, а для того, чтобы нам не запутаться, так, 5, 1, 2, 3, 4... Дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Идею поняли? Это мы закончили вот с этим числом. Да, и себе в тетради, пожалуйста, их вписывайте, пишите. Но при этом не забудьте о пробелах. Потому что потом мы будем вписывать. Ну, иногда будем, иногда не будем. Но в любом случае пробелы нужны. Итак, 5, 2, 1, 3, 4. И наоборот, 2, 1, 3, 4, 5. Господа, я это делаю с очень простой целью, потому что я хочу, чтобы мы действительно, что это вручную бы поняли, как все это работает. И это же у меня и будет аж целых 42, господа. Понимаете, ужас какой? Интересно, а мне хватит терпения или нет? А вот я знаю, что хватит. Так. 2, 3, 4, 5, 1. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5. Это я дошел сюда. Кто-то сказал, а у нас не хватит терпения. Ребят, ровно в этом и есть разница между теми, кто выучится, и теми, кто не выучится. Сейчас половина класса уже прекратила писать. Ребята, шли бы вы отсюда, а? Дорогие мои, в любые другие профессии, которые не требуют никакого интеллекта. Потому что если у вас нет терпения выписать 42 варианта, это означает, что в принципе никакой интеллектуальной деятельности вы не способны. Потому что если человек хочет, чтобы ему всегда было бы красиво и ничего не надо делать, то это означает простую вещь, что никакая интеллектуальная деятельность, еще повторяю, никакая, не надо говорить, что там, а мне математика неинтересна, там, не знаю, там, или еще что-то. Ничего подобного. Любая интеллектуальная деятельность требует умения фактически одного и того же. Да? Требует умения рассуждать, умения четко работать.
Значит, что я неправильно? 1, 2, 5, 4, 1. Сейчас. Я сейчас переписываю вот отсюда. Да, пожалуйста. 3, 2, 4, 1. 3, 2, да, 4. Я пятерку туда начал. Спасибо вам большое. Вот видите, я вас ругаю, а сам ошибся. Но тем не менее, то, что я сказал, к сожалению, является большим правом. Так, все-таки я здесь. Я здесь устрою еще два столбца. Значит, я только что дошел до 3, 2, 4, 1. Да, 3, 2, 4, 1. Теперь вот это. 5, 3, 4, 1, 2. 5, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 5, 1, 2. И 3, 4, 1, 2, 5. Так, и теперь последний. 5, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 2, 5, 1, наконец, 3, 4, 2, 1, 5. Господа, заметьте, а я уже дошел сюда. Так что осталось, ну, правда, здесь каждый вариант очень большой, но, с другой стороны, все совсем не так страшно, как кажется. Поехали. 5, 4, 1, 2, 3. И 4, 5, 1, 2, 3. А вы, пока я пишу, думайте, какая же такая идея нужна, которая нас с вами спасет. Потому что пока что, если я буду шестерку вписывать, будет какой-то ужас. У вас же нету 4, 1, 2, 3, 5. Где? Ничего у меня нет. Нет, 5, 4, вот это вот. 5, 4, 1, 2, 3. 5, 4, 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3 я написал. Теперь я перешел сюда. 5, 4, 2, 1, 3. Это вы об этом, да? 5. Вы хотите, чтобы я так написал? 5, 4, да, спасибо. Спасибо, что меня поправили. 5, 4, 2, 1, 3. Потом 4, 5, 2, 1, 3. 4, 5, 2, 1, 3. И, наконец, 4, 2, 1, 3, 5. 4, 2, 1, 3, 5. Это я только что вот это обработал. Осталось всего 3 числа. Пять, 42, 31. 4, 5, 2, 3, 1. 5, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, и, наконец, 4, 2, 3, 1, 5. 4, 2, 3, 1, 5. Ну что, господа, я нас поздравляю. Мы дошли вот даже до этого, осталось всего 2 числа. Но я думаю, что мы здесь справимся. Значит, они, конечно, каждое из них большое, но тем не менее. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, нет. 5, 4, 3, 1, 2, извините, да? Дальше. 4, 5. 4, 5, 3, 1, 2. Дальше. 4, 3, 5, 1, 2. И, наконец, 4, 3, 1, 2, 5. Написал. И здесь еще осталось 5 вариантов, но уже абсолютно понятно каких. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 5, 3, 2, 1. 4, 3, 5, 2, 1. 4, 3, 2, 5, 1. И, наконец, 4, 3, 2, 1, 5. Ура! Что я пропустил? 4, 1, 2, 3. 4,
Последний столбик, первый там. Спасибо. Так, 4 еще раз, что? 1, 2, 3, 5. Так? Да. Так. Ну, наверное, здесь простой способ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42. Ну что, с вашей помощью вы мне все ошибки исправили, надеюсь, что все. Но 42 варианта мы получили.